дверь не открыть. Тут нужен источник питания. Карлос, ты меня слышишь? Джилл, слава богу. Ты как? Я в норме. Оторвалась от него. Отлично. Метро снова работает. Ждем тебя и уезжаем. Да ладно. Какой мудак их закрыл? Придется идти в обход. Так что ты знаешь о том монстре? Ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет, и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Поверь, ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось! Стоп, 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 стоп! О чем это ты? Мы тут людям помогаем. И что не так с Umbrella? Что не так с Umbrella? Боже. Твоя компания ответственна за все здесь происходящее. Ага. Вот только я ни о чем таком не знаю. Доверять мне ты не обязана.
то я иду в убежище. Ты со мной? Давай, сюда.